Здравствуйте! С любовью в каждый дом. Телеканал Шоп-н-Шоу и рубрика «Мода». Мы приглашаем вас в наш обувной бутик, где будем подыскивать идеальную пару на все 365 дней в году. Помогает нам в этом наш эксперт, ваш персональный имиджмейкер Наталья Федотова. Привет, Лен. Привет, Наталья. Ну что ж, мы опять подбираем действительно первую пару на все 4 времени года. Зимой, конечно же, эти туфельки будут самой на свете удобной сменкой. Ну а весной, летом и осенью мы будем носить их с любыми совершенно нашими нарядами. И у нас это, три цвета на выбор, и это находка дня. Это хит продаж сегодняшнего дня. Остается все меньше и меньше предложений на выбор. Туфли Santa Flavia, коричневый цвет, вы видите сейчас на своих экранах. Мне нравится бежевый. Мне тоже очень нравится, он очень мягко кремовый, он прекрасно продолжит цвет ноги. И с такими туфельками на самом деле уже не важно, какую мы одежду надеваем, потому что они подходят под любую одежду. Согласна, черный цвет тоже есть, это классика жанра для тех, кто предпочитает классические варианты. Итак, находка дня сегодня по удивительной цене 1199 рублей. Не просто туфли, а туфли еще и вот с такой изюминкой, да, у нас и вышивка. У нас есть вышивка очень интересная, красиво. У нас есть изящный бантик, что, конечно, придают нашим туфелькам очень-очень такой стильный вид. И на самом деле мы сейчас чуть позже с тобой увидим, что они очень аккуратно садятся по ноге, что немаловажно, потому что мы все-таки говорим о туфельках восьмой полноты. Полнота это нестандартно, какой в магазинах не бывает. И, как правило, туфельки уже увеличенной полноты не все выглядят на ноге изящно. Но я уже предлагаю перенестись нашим вниманием на подиум для того, чтобы посмотреть посадку уже именно на ножки, как они будут смотреться на Марининой ноге, сразу говорю, 39 размера. Ну, давайте посмотрим на Марину. Вообще у нас размеры от 36 до 41. Подождите. Вот это, какой размер ты сказала? 39 размер, а с учетом восьмой полноты. Очень правильная конструкция туфлек. У нас действительно правильные отстрочки, у нас правильно расположен декор. Плюс ко всему, конструкция верха визуально призвана верхнюю часть стопы делать меньше. Что еще хочу тебе, Лен, сразу показать, что наши туфли универсальные, то есть нам не придется думать, когда мы оделись, что нам надеть. Потому что наши туфельки как раз будут сочетаться и с брюками, и с джинсами, и с леггинсами, и с юбками. А вот мне кажется, что к Марининому образу прекрасно подойдет и светлый вариант, и коричневый. То есть все три цвета могут легко вписаться, в принципе, в обычный повседневный ансамбль. Ты очень права, Лен, у нас три цвета, они очень универсальны. Поэтому, на самом деле, когда мы находим такие туфли невероятно удобные, качественные, то можно взять сразу и две пары. Ну, почему? Так и делают, между прочим, многие, да. Ну, если вы сейчас смотрите нас и забираете сразу несколько пар, знайте, что если это ваш первый заказ, то с ним вы получаете еще и свою золотую бонусную карту. На ней уже лежит 200 бонусных рублей. Вы можете их потратить на следующую покупку и выбрать для себя все, что вашей душе пожелается на нашем телеканале со скидками. Наша золотая карта – это ваш ключ к скидкам и акциям на телеканале Шоп-н-Шоу. Звоните и сделайте свой первый заказ прямо сейчас, потому что туфли Santa Flavia пользуются огромной популярностью, их выбирают сразу по несколько пар. И светлые выбирают, и черные, и коричневые. И знаешь, вот я подумала, например, почему бы не сделать такой великолепный подарок на 8 марта маме или бабушке? Ну, подарок действительно получится чудесный, с учетом того, что эти туфли как раз отвечают всем требованиям комфорта. Посмотри, что очень важно. Очень часто мы в магазинах видим обувь жесткую, и вот этот кант в итоге в конце дня натирает отекшую ногу. У нас, посмотри, мягкость экоматериалов, кант не будет впиваться. Наоборот, наши туфельки мягко обнимут ногу и никакого дискомфорта не причинят. Далее, для обладательниц высокого подъема. Я знаю, что им часто найти туфельки в магазинах не так-то просто, потому что здесь у нас опять же жесткий кант без эластичных лент бывает в магазинах. Да. У нас эластичная лента как раз в районе подъема, которая нам понадобится вечером. Вот она, свобода красота для высокого подъема. Но, внимание, у нас 500 заказов уже оформлено. 500 пар туфель Santa Flavia уже разбежались во все уголки нашей страны. Поэтому успейте прямо сейчас дозвониться и оформить заказ. И будьте готовы к тому, что ваша расцветка в вашем размере может закончиться абсолютно
абсолютно в любую минуту. Не допустите этого и выбирайте для себя и комфорт, и стиль, и красоту. Все сразу в одном по цене находки дня 1199 рублей. Слушай, мне нравится, что у нас подъем хороший. А вот как насчет пальчиков? У меня очень часто бывает, что я выбираю для себя туфли, и пальчики так сжимаются, что, ну, бывает даже, знаешь, заканчивается это вросшим ногтем. Лен, нужно чаще обращать внимание, какой мысок ты берешь. Если ты берешь узкий мыс, что у тебя получается? Так. У тебя пальцы буквально вот так вот внутри обуви расположены. Чем это чревато? На самом деле это совсем нехорошо. Это не только дискомфорт. Во-первых, это деформация пальцев. Во-вторых, прерывается нормальное кровообращение. В-третьих, когда пальцы у тебя сжаты, у тебя на стопу идет неправильно распределенная нагрузка, вследствие чего ты нагружаешь и позвоночник, и суставы. В наших туфельках широкий округлый мыс. Это, конечно же, во-первых, максимальный комфорт. Посмотри, пальцы расположены вот так вот. У тебя они не пережимаются, не деформируются, у тебя не прерывается кровообращение. Вследствие того, что пальцы лежат абсолютно свободно, даже правильная нагрузка по стопе идет, вследствие чего ты, конечно же, ходишь с легкостью совершенно целый день. Смотри, что еще здесь отвечает за комфорт. Обрати внимание, у нас задняя часть, именно задник, выше основной конструкции наших туфель. А для чего это необходимо? Так? Смотри, это нужно для более плотного прилегания, для лучшей посадки на ноги. Такие туфли лучше сидят, такие туфли меньше натирают, потому что когда туфельки хорошо прилегают к пятке, у нас отсутствует вот этот вот эффект трения. А-а-а. Поэтому про натертые пятки в этих туфлях тоже можно забыть. Вот если вас мучают мозоли, когда вы надеваете давно туфли, которые не носили, или новые туфли, забудьте об этом раз и навсегда, потому что туфли Santa Flavia дарят вам мягкость, комфорт, легкость и, конечно, ваш непревзойденный стиль. Находка дня 1199 рублей. Смотрится на ножки изящно, аккуратно, красиво, но при этом еще и дарит комфорт. Не забывайте, что у нас остается все меньше и меньше пар туфель Santa Flavia. 200 в наличии. У нас уже включили обратный счетчик. Больше у нас эта пара не повторится, поэтому закажите для себя ее прямо сейчас. Так, а что ты сейчас делаешь? А я хочу тебе продемонстрировать, насколько эластична наша подошва. Что нам дает эластичность подошвы? Первое, нам легко ходить. Когда подошва легко гнется, мы намного меньше усилий затрачиваем при ходьбе. Второе, такая эластичность дает нам то, что подошва прекрасно амортизирует, то есть маленькие камушки и неровности на дороге также будут незаметны. В целом, полиуретановая подошва просто находка для обуви именно летнего, весеннего сезона. За счет чего? За счет того, что она очень легкая. Да. А летом и весной нам, конечно, хочется дополнительной легкости на ногах. Она не стирается. То есть ни набоек, никаких дополнительных каких-то ремонтных действий с этой обувью не нужно. Она очень устойчива к ходьбе, даже если ты ходишь в одних и тех же туфельках несколько лет. Но при этом еще и повторяют каждое движение нашей ножки. Посмотрите, и подошва рифленая. Ты знаешь, у меня мама однажды вот заходит, например, в поликлинику или в какой-то магазин. Кафельный пол, и все, и мы скользим. Сегодня этого не произойдет, потому что у нас рифленая подошва, она сцепляется хорошо с полом, и вы твердо стоите на ногах. У нас с вами 179 пар в наличии остается. Дозвонитесь прямо сейчас, оформите свой заказ, подарите легкость вашим ножкам, подарите себе непревзойденный стиль и запаситесь подарками к 8 марта.